бы бунту поставил бы себе 100% бы. И не парил мозги. А я думаю, я сейчас поставлю, блядь. А как ты кох будешь запускать? Не, вот ради. Вот и кох не запускается, вот это плохо. Ты можешь на Ubuntu своей кох запускать. Не-не-не, у меня маленький ноутбук, Core 2 Duo, все дела, я вот на него поставлю. У меня, кстати, тоже есть такой. Ну, на нем браузер в YouTube все нормально показывает, убунтовцы. Ты пропадаешь куда-то. Я говорю, на Ubuntu нормально это самое? У нас появились свежие новобранцы. Что, браузер? Ну, да, там Mozilla стоит по стандарту. Можешь Google поставить там. Chrome нормально, YouTube нормально саперы будет показывать видео? Конечно. Надо поставить. Ну, она вообще почти не жрет. Она, по-моему, даже меньше видеопамяти жрет, чем винда. Винда же по стандарту. А драйвера ставить? Ставится, да. Только там одна проблема, что там через консоль. Слава, я бензин захочу, беги сразу же дальше. Бегу. Там, понимаешь, там консоль, как бы основное это место для установки всего программы остального. Ну, как бы в интернете очень легко найти, как драйвера поставить. И все драйвера, они на серверах Ubuntu есть в основном. То есть программы часто используют. Бля, опять зависть. Так, нормально вроде. Да, нормально. Верно, мы дойдем туда. Ваш приказ, товарищ? Затяни шнурки потуже. Давай я. Смотри, дурачок приехал сюда. Там же мины. Ну, я же говорю, дурачок. Да, убунтовец какой-то. Не знаю, убунтовец или нет, но он просрал машинку. Куда бегите, инженер? Вы что делаете? Помашь инженером мы. А я пулемет уже подвожу. Мы в пути. Захватываем цель. Я что еще захватываю? Красный арк, это вас нагрея. Оттягу славу пулемета, через секунду все будет. Короче, я в это здание сажу и если что сюда отступаю. Давай. Слава, церковь мне оставляет, церковь бегит пулемет. Все, больше не ставь, бензин лучше копи, все остальное. У меня идут, блядь. Ну стреляй, пулемет. Ах, дурак. Не идет он, не видит он. У них красный щит был, там солдаты идут аккуратно. Да, я пулемет ставлю. Сейчас граната полетит. У меня миномет сейчас. База, видишь где? Да, вижу. Пулемет. Пушку строю. Все, они разложили пулемет уже. Мы будем там. Ты с кем разговариваешь-то? С тобой, по идее. А какой пулемет мне разложили? Сзади пехотинцев пулемет. Какой МГ? Выступаем. А, тебе я понял. Я думал, ты про мой пулемет. Не-не, зачем мне тебе докладывать про твой пулемет? Я думаю, какой пулемет у меня? Хорошо. Какой Слава, пулемет? Я в наглую поступлю немного. Может, прокатит? Какой вот сюда, вот, ну попробуй, ну туда огнеметчиков надо засунуть лучше. Так, тут нам вот надо... я тебе хочу сказать, туда огнеметчиков играй будет им. Пошли на бенз, я боеприпасы иду отжимать. Поминирую чуть-чуть. В самых укромных местах поставлю минку. Пошли. Это вас согреет. Я, Слава, в наглую немного пошел. Я еще раз говорю, там надо не пулемет надо было засунуть. Огнеметчики? Ну, у меня огнеметчиков нету, извини, у меня инженеры боеприпасы отжимают, если не видишь, вот здесь вот. Так, новобранцы, минометы есть. Миномет один построишь еще. Я тут минирую такие проходы, как и ты, да, молодец, Ань, молодец, пошли. Я бы лучше пушку притащил бы. Пушка уже бегит, вот. Ну а такие проходы самые эффективные, когда толпа скапливается в одну точку в проходе. Ой, и... смотри, что там. Ага, вижу. Саперы готовы. Давай, ну доделай, пожалуйста. Гранату. А, граната нет! Ай, суки! Там минируй бензин, ты, пулемет убежал. Вот сюда пушку надо. Убегай пулеметом! Вот сюда, блядь, сади. Ну зачем? Блядь, не успел. Я хотел отвезти. Ну все равно оно, блядь, просто. Блин, сейчас. Понимаешь, она там видно было, что надо уходить было. Сейчас минометчики их разложат.
Затяни шнурки потуже. Бензин по максимуму. Да не стреляй! Стреляй по базе, по базе, по базе, по базе. Дай обстрелы, вот да, сюда, подожди. Вот сюда протяни. Паника, паника, паника. Секунду, секунду, подожди. Нет, стереть. Я не панику. А зря ты стреляешь на навесом. Смотри вплотную. Смотри вплотную, сейчас разнесет пулемет. Пулеметов вплотную — это вообще опасно. Да, забирай. Вижу миномет. Ой, пулемет. Даю по пулемету. Стреляй по базе просто. Просто стрелять надо было. Вот сейчас, а вот сейчас, видишь, миномет появился. Он был там. Я там 4 подарка им оставил на бензин. Все правильно, все правильно. Блядь. Пулемета нет уже, что ли, там? Ненадолго я тебе скажу. Можешь отсчет. А, он, а, вон он где. Понял, что я его иду обходить и... Соответственно... Вот сюда подвинуть, вот сюда подвинь, вот сюда! Зачем? Да один зачем? Раз, не надо, блядь, по 5 раз отбить. Она стреляет по базе, Слава, ты что, не видишь, что ли? Она стреляет по базе. Слава, тебе похуй. Она не стреляла по базе. Она стреляла по базе. Жек, ты можешь с инженерами своими сходить к ним и тоже штабом ебануть. Сейчас. Вот тоже неплохо. Уже 5 подарков, точнее, нет, 6. Так, все, последнюю мину ставлю и в этот, уходи своими. Чем ближе находишься, тем точнее стреляет пушка. Все, там зод видел. ПТО на месте. Отряд, переместите орудие. Видел, видел. Там машинка поехала. Да, да, мне бы ее сейчас нахватить. А я под зоту пока начну стрелять тоже. Мы выдвигаемся. Отлично. Миномет хорошо зашел. А то. Все, до свидания, зод. Все, миномет пошли. Под зоту. Миномет забирай себе, Слава. Мне не надо. А, нет, не попадают. Не ошибки. Крыша. У вас есть? Вытаскивайте орудие отсюда. Пидорасы вылезли. Пидорасы вылезли, блядь. Миномет кинули. Убили. Ставлю, ставлю. Готовы. Что-то они за бензин вообще не это самое. Да они охренеют. Я им там так обложил. У меня этого бензина как грязи. Да, не говори. Орудие наготове. Я думаю, что не пойти нам их базу поломать, как ты считаешь? Сейчас, да, выполняшка едет, сейчас давай секунду. Посмотрим, а вон он думает. Только в упор не подходи к нему. Бля, да. У врага еще есть 300 очков. Вышел один. Да, товарищ, увозите до чертова потолочку отсюда. Мы готовы ко всему. Минометами по базе уже. А что у вас за топливо не сражаются они? Да не знаю. Вот это же вопрос интересен нам. Вам нужно что-то поставить. Им, по-моему, на топливо вообще. Сейчас пойдут. Сейчас помп пойдет на топливо. Вон уже начали вылазить. Слава, что едет. Сейчас только все войска пополню здесь. Не пушки, минометы. Пополняй, пополняй. Пока. И банку построишь. Он вылез и залез в дом. И опять вылез. Ну это компьютер. Это так, легкий бой. Пернуло. Не прокачал, к сожалению. Граната, граната! Не знаю. Солдаты готов, отбываем. За ним бегу. А, не успею. А, ладно, блядь. Пушка где твоя? Ждешь? Это катится, по идее. Смотри, дебилы опять идут.
А это же компьютер, походу. Да нет, там один кто-то палит, блять, он. О, блядь. Ну это опять эта херня пошла, блядь. Зависанием, блядь, задержкой. Вот дряни. Чё? Да ну не настроят никак игру нормально. Да вообще, патч нормальный выходит. И все, потом быстренько они опять багов добавят. Помучатся. Раньше не было такого. О, не было тряпки. Минус сапера. Где там пулемет? Ну сколько ты мне задержку выдашь, блядь? Пушка, аккуратнее. Пулемет в первую очередь, пулемет в приоритете, пулемет. А, все, ладно. Уезжай. Нет пулемета. Ну и что? Чего они не сдают? Хер его знает. Тут Пупкин прям. Пупкин? Орудие наготове. Раз. Затяни шнурки потуже. Вам нужно что-то взорвать? Он строит. Видишь? Почти развернули. Дурный пулемет, блядь. Жесть, картонная тэшка, реально картонная. Просто картонная. Слава, а ты где твои скажешь? Подожди, у меня на другом фланге там, блядь. А, ну я под тэшкой посмотрю. Ну едь, покатись. Значит, стараюсь, там... я там укрепляюсь, пока минирую все. Минируй на здоровье. Он там светил. Все. Давай, я только укрепился там хорошенько, так на боеприпасах. У меня до сих пор игра идет.